Всем доброго времени суток. Маленькая девочка по имени Юстина вместе с родителями приехала в приют для животных, чтобы взять котенка. И как только увидела его, то сразу влюбилась в этого коричневого пушистика с первого взгляда. На тот момент он был беспомощным, слабым и худым малышом, который смотрел, не отводя взгляда на девочку, своими маленькими глазами-бусинками, словно умоляя ее забрать его домой. Юстине стало жалко, поскольку этот кроха был самый маленький из всего помета, он уступал своим братьям и сестрам в размерах. К тому же этот малыш еще имел врожденный дефект. Он родился всего с двумя когтями на правой лапе. Девочке легко удалось уговорить своих родителей забрать именно этого малыша к себе домой. Она дала ему кличку Домовой. Так он и оказался в новом доме в прекрасной любящей семье и, конечно, получил добрую хозяйку. Но все оказалось не так просто. Котенок почему-то перестал кушать, был вялый и начал стремительно терять вес. Взволнованная Юстина боролась за жизнь неокрепшего котенка всеми силами. Несколько раз возила его к ветеринару, где малышу ставили капельницы. Девочка проводила очень много времени с котенком и днем, и ночью, уговаривая его попить и покушать. И результат начал давать свои плоды. Ослабший малыш поддался на уговоры любимой хозяйки и начал поправляться. А спустя некоторое время произошло невероятное. Домовой начал расти буквально на глазах. Сначала он обогнал по размеру небольших собак, а потом стал просто огромным. Юстине было нелегко брать его на руки. Да кто бы мог представить себе, что из котенка получится такой гигант. На данный момент маленькая девочка и кот почти одного размера. Сначала Домовой выглядел как копна очень грязных каштановых волос. Со временем, когда он начал набирать вес, и его шерсть с каждым днем становилась все здоровее и здоровее. Теперь он огромный кот, сильно отличающийся от брошенного и истощенного котенка, которого Юстина забрала из приюта несколько месяцев назад. Его история показывает, насколько важны любовь и забота для выживания, особенно в случае этих животных, брошенных в раннем возрасте. А все благодаря этой девочке с добрым сердцем. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий. Всем пока!